Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, Беззубик, давай-ка мы посмотрим. Понятно, 6,9 миллионов древесины. Ух ты. Блин, нет, спасибо. Да, там было яйцо, друзья мои. Слушай, а может быть нам его прокачать дальше? Давай посмотрим, сколько он требует для прокачки на следующий уровень. 150, чего там, рыбы? Ладно, я, наверное, немножечко подожду. Вдруг мы сможем накопить. Не забывай, что сегодня у нас событие, которое мы допройдем. Да, сегодня мы его допройдем. Так, иди. Что у нас тут? 225 миллионов древесины. Спасибо. Так, Барсик, ну-ка покажи, что ты там принес. Ничего ты не принес, ты только полетел, да? Ну-ка, ты. Яйцо, ну это яйцо, ребят, так себе. Такое себе, скажем. Пускай летит. Так, кривоклык. Ну-ка, что ты нам дашь? И по итогу либо нам выпадет с тобой, наверное, тусклый янтарь, либо шестеренки. Вот одно из двух. И это все-таки тусклый янтарь. Да. Как бы ты ни надеялся на лучшее, получаешь ерунду. Ну лети в пещеру. Грамгильда, ну а ты что? Шестеренки. Ну давай посмотрим по итогу, что нам выпадет. А по итогу нам выпадает яйцо. Ну это яйцо, ребят, я сразу его отпускаю, потому что оно мне не нужно. Принцесса Гнедов, она у нас есть, поэтому я ее отпускаю. Все. Ну а Грамгильду, естественно, мы отправляем с тобой дальше в приключение. В Драконий край, пускай летит. Так, все, пока здесь у нас все. Так, давай за древесиной. Тоже за древесиной лети. Так, у нас кнопки-то до сих пор не работают. Так и не работают, ребят. Надо будет изменить немножечко. Так, тут рыба. Тут тоже у нас рыба. 360. Нет у нас только рыбы пока. Здесь древесина. Весночес, друзья мои, весночес. 50 железа, блин. Ох, если бы у меня было бы, возможно, я бы его отправил. Возможно, я бы его отправил прокачиваться, ребят. Но так как у меня нету, так что извините. Так, здесь что у нас? Все, кончилось. Давай, вперед. Так, ты за древесиной. Так, ну а ты у нас... Будешь титаном становиться? Нет, конечно. Сказал, перебьюсь я и без титана. Ладно. И это что, я буду за каждый раз за его обучение давать железо? Если это так дальше дело пойдет, сдалось мне такое обучение. Так, ты уровень получил, да, бро? Ты получил у нас уровень, поэтому лети за рыбой. Так, принцесса, ты что-то ничего мне не добываешь. Скалотряс. Скалотряса можно, кстати, отправить обучаться на 78 уровень. Громобой, ты что сидишь-то здесь? Что грустишь, а? Громобойчик. Да, ребят, вот вы про что имели, да? 30 железа за... Но если, мне кажется, его прокачать хорошечно, нашего громобоя, то он будет еще больше носить железо. Но нужно прокачать, естественно. Так, ты у меня будешь в титана переходить или нет? Нет, конечно же. Конечно же, он не будет. А зачем? Ему и так хорошо. Ему комфортно, понимаешь? Тут тоже модификрылку тоже бы, ребят, конечно, прокачать бы не помешало. Понимаешь? Ну, сейчас. Давай вот так вот. Хоп, полетел. Так, остается нам только лишь проверить наших легендарных драконов. Естественно, отправить их дальше на поиски. Листочек, плюс опять же тусклый янтарь. И иди на поиски. Вроде бы пока все. Единственное, что я найду сейчас письмо. Оно не обязательное, но пускай будет. Сезонный абонемент мы с тобой. Сейчас награду откроем. Давай, 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 не стесняйся. Давай мне награду. Что ты там не подкинешь?
Загадочный пак. Ну что ж, получить. Древоруб, шепот смерти, шторморез. Ресурсы. Кстати, нам нужно свои тоже загадочные паки все эти пооткрывать. Бесплатный. Так, здесь что нам выпадает? Костолом, крылатый ужас, древоруб. Так, а, змеевик. Обычный. Ну, он нам не нужен. Так что, змеевичок, уж извини, мы тебя отпускаем. И нам нужен еще рекламный. Монета Одина и сама начинка. Шторморез, простиголов, громобой, защитник. Шестеренки, так, ну немножко рун. В общем, это все понятно. Так, рун у нас скоро будет уже 4000, если ты не успел заметить. Так, блестящий янтарь, всего лишь один. А можно еще заказать мне? Можно, тоже один. Один янтарь. Так, здесь у нас 100 нужно, да? 100. Зачем надо было рекламу эту смотреть? Я... нечаянно, друзья мои, кликнул. Я хотел вот сюда вот перекинуться. Так, слушай-ка, а мы... Чуть-чуть нам не хватает. Совсем чуть-чуть. А что там будет за следующая награда? Ага, 500 вот этих вот гербов или как орнаментов. Так, давай мы заберем с тобой пак. Последний, кстати, здесь. Шторморез, Громель, Шепот Смерти, Парящий Прихвостень, Барс и Вепрь. Так, ну мы видим, да, что у нас нету уже на рынке, точнее не на рынке, а на нашей вот этой вот арене нету ни одного пака, надо будет их как-то зарабатывать. Ну, а я предлагаю завершить сегодня событие. Так, событие у нас вот это. Угроза, драконий корень. Поехали, тут остается всего лишь 5 последних поединков, как я уже говорил ранее. В конце всего лишь 3 светлых янтаря. Какая-то награда такая вот за такое долгое, друзья мои, прохождение. 3 светлых янтаря, я считаю, что это вообще ни о чем. Но сделать мы или как-то повлиять на это событие мы не можем. Все, что сделано, сделано по умолчанию. Нам остается только лишь терпеть и драться. Так, ну что, давай. Костолом, делай что-нибудь свое. Противное дело, мы, наверное... Блин, я опять, ребят, забыл, что у меня кнопки не работают. По привычке нажал. И вместо того, чтобы снизить защиту, я просто... Просто его кусанул. А вот это сейчас будет плохо, если... Ой-ой-ой-ой-ой. Дождались. А чё? Он еще и, заблокировал. Ты прикинь. Бедный барсик, ему крышка, да? Сейчас Лаврыкова ушатает. Сейчас Лаврык... Ага, смотри-ка, нам повезло, ребята. Он ничегошеньки... Нет, зачем мы так будем делать? Мы, наверное, кусанем. Хильнемся. Вот так-то он будет лучше. Живи, барсик. Живи и пахни. Так, ну что, я кусаю. Мы, наверное... Блин, я, наверное, кнопки сейчас пока расставлю, ребят. Ну, невозможно вот так все время сюда кликать. Так, ну что, совсем другое дело. А то привык уже по кнопочкам все делать. Окей. Так, Лаврык, отвянь. Кусаем и... Ну, добиваем. Конечно же. Все, ребят, победа. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Плод мудрости. Ага. Хорошо. Так, забираем с тобой обычный пак, загадочный. И у нас будет мини-боссик сейчас. Надеюсь, одна волна. Ну, максимум две. Пускай две волны будет, но не более. Потому что, ну, для трех волн слишком как-то напряжно будет. Так, ага. Сколько? Две волны, отлично. Ну что, я поехал, наверное, с шепота начну. Во-первых, он... шустрый, то есть он должен разбираться быстро. Этот не стал себе повышать атаку. Удивительно. Так, давай я просто укушу. Добивка, отлично. Так, нам как раз хватит на отхил. Жестишь, парень, жестишь.
слишком жестко бомбит. Так, он все в барсе метит, да? Все в барсе метит. Так, ну что, вторая волна. Воу-воу-воу. Так, начнем, наверное, вот с этого. Сплести голового. Так, наверное, просто укусим. Пережить нам нужно 3 атаки. Это еще нормально. Костолом пошел. Терпимо. Плести головой. Нормально. Так, бомбим. Дальше хиляемся. Опа-на. Как он пламенем вжарил, ты видел? По барсику. Было очень неприятно. Так, ну что? Да ты заколебал, а? Он никак не успокоится. Они хотят барсика мне ушатать. Вот сколько я играю, друзья мои, сколько вот играю, фиг его знает. По времени, все время у меня барсик как груша. Постоянно его бьют. Постоянно. Постоянно его убивают. Он как этот у меня из мультика «Южный парк». Помнишь, там чувачка все время убивали? Кенни, по-моему, звали, да? Там, где Кенни? Что-то такое. Что нам выпадает? 262 миллиона рыбы. Спасибочки. Некоторых еще дракончиков немножко подкачаем, я думаю, да? Нормально у нас рыбки. Так, ну что, у нас обычный бой. Ну, а дальше уже будет мини-боссик и в конце самый главный босс. Кто там будет, пока не знаю. Но события это мы сегодня должны пройти. Так, две волны, кревет. Это первый, кого мы будем сегодня разбирать. Сейчас будет бомбить своими лучами. А, нет, у него укусы. Понял. Наверное, просто бомбанем. Вот так и добиваем. Ну что, костолом? Ну и на кого ты? Ну, естественно, на кого еще может, ребята, он среагировать? Конечно же, на нашего барсика. Нашего милого маленького барсика. И продолжает его мутузить. А почему мутузит? Потому что он видит прекрасно, что на барсике висит понижение брони. И поэтому он вот такой довольный. Ну, мы с тобой перехитрили, мы повесили на него слепоту. Теперь он, как говорится, никуда от нас не денется, и мы его спокойненько будем здесь разбирать. Вторая волна. Я даже не знаю, с кого начать. С этого, наверное. Нет, надо было с этого начинать. Ладно, поехали. Укус. Да ничего я пока делать не буду. Громль что-то там дергается. Вот этому нельзя позволять использовать яд. Не хотелось бы, чтобы он успел использовать яд. Оу, 3 фаербола. Жестко он влепил моему кривоклыку. Ты посмотри. Так, секунду. Давай, наверное, вот с этого все-таки продолжать будем. Вылечим наши раны боевые. Ну, могу тебе сказать уже одно, что этот не жилец. Ему главное не позволять. Сколько у него? На 5 энергии, по-моему, да, шмаляет? На 5. 5 энергии ему нужно, чтобы сделать его на этот суперудар. Но он уже его никогда не сделает. Зато может Громель запустить фаербол. Но он почему-то этого не делает. И это хорошо. Все. Так, крутанем еще разочек колесо, и выпадает нам с тобой ареновский обычный самый пак, который задержит новичков. Он, естественно, прилетел в копилочку к нам. Так, а тут содержит элитных. По-моему, он сразу же будет открываться. Тот, главное, летит почему-то к нам в этот, а этот открывается сразу же. Кривоклык. Ну что, ребят, мини-босс. Я надеюсь, он не будет тут настолько сложный, чтобы на нем очень много сливать наших прилив сил и тому подобное. Но команда такая достойная. Начну, пожалуй, я с Гарморога.
Не хочу, чтобы он тут успевал вешать бафы свои. Вообще сразу сдуло его. Так, а вторым, которым я хочу заняться, это, наверное, все-таки будет... Ах ты. И не знаю, или... Давай все-таки этим займемся. Что-то у нас так здоровится-то мало. Ну, ты смотри, что творит. Это, ребята, еще только первая волна. А он уже, смотри-ка, твою налево. Я, ребят, хиляюсь. Я, кажется, знаю, что сейчас будет. Сейчас будет отравление массовое. А, сон. Сон это, оказывается, не отравление. Почему я все время думал, что он отравляет? И он сразу же быстренько переключается на Барсика, а? Ты посмотри. Неужели ушатает его? Угу. Так, мы успеем залечить раны все-таки наши. Отлично. Так, ребята, вот тут тоже не легче враг. Что-то опять музло куда-то исчезло. В общем, здесь надо уничтожать тройного удара в первую очередь. С этими подождем. Потом все равно в любом случае придется брать Костолома в расход. Хотя босс у нас тройной удар и лаварык. Ну, лаварык меня, если честно, вообще не волнует. От слова вообще не волнует. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Просто укусим. И теперь Костолома, как я и обещал. Костолом сейчас будет глушить, да? Глушить, наверное, будет Барсика, скорее всего. Он уничтожит его. Он его уничтожил. И все равно, несмотря на это, ребята, мы справимся. Мы справимся с этими охламонами. Тут два стража. Сейчас, естественно, накажем Костолома. Ну, а потом уже лаварык. Лаварык вообще ничего не сделает. Что там? Он может только защиту на себя повесить. Ну и хильнуться, и все. Так, лаварык. Ну вот, мы до тебя и добрались. Сейчас будем тебе понижать броню и все тому подобное. На тебе. Сейчас быстренько будет разбираться. Опа. Я тебе об этом говорил, что он может повесить на себя щит. Либо отхиляться. Но, как видишь, это ему особо сильно не помогло. Так, кусаем. Ну и, наверное, добиваем. Все, ребят. Ну что, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. И выпадает нам древесина. Ну что, последний бой. Погнали. У нас здесь будет босс. Посмотрим, кто у нас тут. Хоть бы одна волна была всего лишь. Нет, две. Два громобоя и громорок. Как-то странно. Там музыка, здесь... Там музыка, не было никаких этих. Здесь наоборот. Никаких лишних этих, только звуки. Лишь бы игра не вылетела. Так, ну, начнем, наверное... Ты посмотри, что, а? Начну, наверное, вот с этого. Или с этого все-таки начнем. Без разницы, короче, с кого начинать. Поехали. Кусаем, кусаем. Просто этот 18 уровень, этот 16. Понимаешь, да? Что 18 он намного серьезнее бьет. Так, промахнулся. Сделаем так. Сейчас второй бьет. Наверное, будет супер удар делать. Угу. Опять же, это только первая волна. И смотри, они блокируют. Так, вот сделаем, наверное. Так, сюда удар. Укус. Ну что, я надеюсь, этот добьет. Молодец. Так, поехали сюда теперь. Раз. Теперь уже вообще все звуки исчезли. Что тут происходит, а? Залечим раны. Слушай, сейчас будет супер удар. Но он не стал ничего делать. Он ничего не стал делать. Никаких супер ударов абсолютно. Так, и последний вот у нас. Кто босс? Так, босс получается у нас вот этот, да? Чё-то как-то...
Чё-то как-то, ребят, не нравится вот это вот наше положение дел. Вообще. Раз, два. Они вдвоем сейчас будут ходить. Нам нужно будет потом захилять обязательно. Слушай, чё позволяют себе, а? Слушай, мне кажется, он не выживет. Они сейчас завалят мне таким макаром, блин. Кто там вторым ходит? Давай вот так, наверное, сделаем. Надеюсь, что от этого мы еще выживем. Пипец, ребята. Раскромсали все-таки. Все-таки раскромсали. Если этот еще сейчас сделает свой ядовитый удар, то я уже тогда не знаю, что вообще тут делать. Мы не можем хильнуться. Нет, мы можем хильнуться, но нам придется тогда потратить. Чего? Какому магазину? Короче, фейлимся, получается. Кто сейчас там будет ходить? Этот. Потом тройной удар, да? Фух, я даже не знаю, что сделать. Если бы этот бы сделал бы какой-нибудь суперудар бы. Хоть бы он барсика, но он же будет вот сюда бомбить. Хе-хе-хе. Стоп, стоп. А, ну что, мы боимся? Уничтожаем? Все, ребята, поехали. Звуков вообще никаких нету, но тут главное пройти события. Все подключалось. Как будто я звук весь выключил, но на самом деле это не так. Еще, как он хочет, как же он хочет, ребят, пробить, а? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, почему? Почему? Блин, горелый, ребята, блин, горелый. Если сейчас он... Барсик, я в тебя верю. Фух, ребята, мы прошли это событие, слава богу. Ну что, крутим... С тобой колесо. Выпадает нам древесина. И забираем три тусклого, точнее, три светлого янтаря. Все, ребят, ну, события мы с вами прошли. Опять звуки появились. То их не было, то появляется, не поймешь. Игра живет своей жизнью. Ну что, мы забираем с тобой награду. 500 гербов вот этих вот. А, это вымпелы. Это вымпелы у нас. Ну, в принципе, у меня хватает тебе. И все. Это все, на что мне хватило. Ну, давай его, наверное, куда-нибудь отправим. Королева огнеедов. Бурелом. Так, а мы же уровень получили. Мы же получили уровень, поэтому я думаю, могу отправить шипорез. Восемьдесят уровень, и мы, кстати, сможем открыть шипореза, если, конечно, мы его найдем. Но до 85 уровня это еще нужно прокачаться. Ладно, пускай пока летит, наверное, в приключение. Да? Фиг там в приключение. Требуется 100 уровень. Я ничего не могу с ним сделать. Ну ладно, давай я его отправлю хоть куда-нибудь. Например, за кривозубом. Беги.
Ну давай, давай. Так, ребят, ну что, я предлагаю, наверное, еще сыграть все-таки на арене, потому что у нас вообще ни одного пака нету. Как бы ни туда, ни сюда. Это как-то смотрится вообще не очень хорошо. Паки нам нужны. Так, ого-го, командочка-то тут такая. Промахнулся, да? Так, скалотряс. Добьешь? Красавчик. Так, сейчас этот будет жарить. Двойные атаки свои делать. Так, сейчас, по-моему, полетит. Сейчас кого-то в минус, ребята. У него вот эта атака, конечно, очень мощная. Но мы выжили. Каким-то чудом мы умудрились выжить. Но ведь он все равно же добьет своего, да? Ай-яй-яй, этот добьет. Вот подхалимыч, а. Мстим. Так, теперь этого мелкого. Кстати, нам надо было лучше повесить на него слепоту и все, ребят. И вообще было бы на изи. Так, вешаем вот так на него слепоту. И все, и пускай он что хочет, то и делает. Пускай там пыхтит или еще что-нибудь. Кстати, заметь, как мы двигаемся, мы даже не видим. Просто дюх, торпедой. Ну. Есть. Так, что у нас тут? Ну, давай начнем, наверное, с этого. Хотя плести голову меня тоже напрягает. Причем очень сильно. Но крылатый ужас. Ать. Ну вот, вот, начинается, ребят. Они как начнут вот кого-то брать. Еще раз говорю, вот Барсик, опять же. Страдает сейчас за всех. Просто за всех. На нем понижение брони сейчас. Ух, ё-моё. Вот это он вжарил. Вот это ты вжарил, парень. Причем так жестко. Так, надо с ним разобраться. С этим престиголовым. Достанет. Вот то, что он своим вот этим вот пламенем, просто один раз пламенем пыхтит, сразу же отнимает нормальное количество здоровья, да? И при этом... Зашибись. Зашибись, я тебе скажу, парень. Но тут должны мы выиграть. Тут, ребят, как бы хиллер против такого. Так, ну что, друзья, последний поединочек у нас, надеюсь, на сегодня. Начну я, пожалуй, с шепота. Шепот смерти. Так, ну что-то там... Опять бедный Барсик, а. Я смотрю на него просто и... Я не завидую. Честно тебе скажу, я не завидую. Так, сейчас кому-то будет кранты. Ну да, почему-то я нисколько не удивлен, друзья. Вообще нисколько. Я знаю, что вот этого, наверное, мы все-таки возьмем. Нет, не возьмем. Пока не возьмем. Я хотел его взять под слепоту. Думал, может быть, ну, проучим разочек. А потом подумал, да мы его и так проучим. И не разочек. Так, ага. Все, этого уничтожаем. Сейчас он, кстати, может залепить суперудар. Суперудар у него мощный, мы помним. Так, кусаем. Хиляемся. Почему-то он не делает суперудар. Все, друзья мои, победили. Ну что, как ты видишь, мы открыли с тобой обычные три пака. Не очень, конечно, удачный был заход. Ну и, естественно, пак вождя, из которого нам выпадает шторморез, ужасное чудовище, парящий прихвостень, барс и вепрь. Что-то у нас барс и вепрь в последнее время пошел выпадать. Так, здесь мы с тобой открываем вот этот пак. Шторморез, крылатый ужас, громыль и немножечко ресурсов. Так, и тут еще вот этот новый набор жетонов. Содержит новичков, который. Шпарес, престиголов. Ну и все вроде бы. Тут древесина, кстати, мы за древесину можем с тобой отправить кого-нибудь. Ага, у нас тут. Сейчас посмотрим. Вот, например. Пускай идет.
Отправляем за древесиной, да? Так, вот здесь тоже шторморез. Вернись, иди. Ну все, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.